Маша, Глаша и Илона собрались как-то дома. Уже бокалы до краев дополнили, что мужики козлы, конечно, вспомнили. Только чокнуться решили, как в соседней вдруг квартире раздался протяжный стон. Девочек смутил немного он. «Ну, понятно», — молвит Глаша. «Это все сосед наш, Саша. Ох, и мерзкий, мерзкий тип!» Тут же Маша говорит. «Видели его подружку? Эту мерзкую веснушку? Коротышку? Кривоножку? Белобрысую пустышку? Да-да-да, я про нее. Ох, не люди, а варьё! Ну откуда у ней джип? Он так мерзко дребезжит, не парковочный мутант, и ака моя, бриллиант. Девочки, а может быть ему там плохо?» «Вот наивная дурёха, плохо, точно, ты права. Болит, наверное, голова. У него ж всегда похмелье, пол-литра, так, для настроения». В это время за стеной стон протяжный и большой издавала баба Клава. Тяжело совсем ей стало. Третий год уже, как ей нет звонка от сыновей.